Роликов, как вы видите, в интернете море. И здесь уже будем говорить, насколько вам действительно интересен автор. Если вам интересен автор, одно дело, знаете, какой-то оригинальностью. Вот просто действительно человека там интересно смотреть. Вот. А второе, допустим, второе, он приятный, молодой, там все-то говорит, это там шутит. Тоже там хорошо. И совсем другое, третье, может быть, там дальше идет четвертое, пятое, десятое, это услышать от этого человека такую информацию, которую редко где услышишь. Это совершенно разные вещи. И если это вот есть у меня, я же за руку вас не тяну, сюда, давай, смотри. Пожалуйста, заходите. Даже задавайте вопросы. То, что знаю, отвечу. Таня Бик. Петрович, делайте больше роликов, не пропадайте. Без вас и ваших советов плохо. Телеэкран заполнен, заполнили самые настоящие вредители, враги народа. Здоровья вам и новых творческих успехов и сил. Благодарю. Еще разок. Благодарю Ольгу Степанову и других людей, которые мне советуют, как вести сайт. Это, кстати, вот немножечко о роликах, о видео. Это то, что если тема какая-то не популярная, не денежная, не рекламная, то, как правило, народ ее не использует. Я часто видел, вот наберется 1000 там каких-то там лайков или еще там, или просмотров, вот тогда я буду на эту тему, значит, дальше делать видео. Спасибо преогромно за душевную беседу. Счастье делиться им. Так, тут уже через, вот люди как раз через мой канал уже сами себя рекламируют. Реально справляемся с онкологией. Разработан состав под патент со своей методикой и так далее и тому подобное. Ну, пожалуйста, если она помогает, можете воспользоваться. Я лично не пользовался, не знаю, поэтому удалять я тоже это не буду. Ну и вот так вот я отозвался. Евгений Р. вот интересно написал. Спасибо за общую картину состояния организма с головы. Это понятно. Но когда идет через травмы и голова уже не работает, и начинать не с чего, и даже книгу не в состоянии понять. Только ролики в простом изложении. Неумываки, например. То есть ролики в простом изложении. Вот, грубо говоря, пить там перекись водорода и то и все. И все. И дальше ну, выходит так, что все пойдет нормально. Не надо думать, ели как ели, сидели, эмоционально, будем говорить, разваливали себя. Не могли найти общие точки соприкосновения с ближними, а потом получается, что вот разбитая корыта, и вот хлебаем нафиг соду, либо пьем, значит, эту самую перекись водорода, или там керосин, или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. Я уже когда рекомендовал Славе, я вот это вот все сказал. И, кстати, это я сделаю одним роликом. А ролики с юмором Островского даже не воспринимались. Значит, Островского я особо не смотрел, как-нибудь посмотрю. Вот сказал Неумываки, не читайте мои книги, не буду больше писать и умер. Вот смотрите, опять-таки, хотя нет, я разобью это все видео на некоторую там тематику. Не читайте мои книги, не буду больше писать и умер. Насколько я понимаю, он умер несколько от иного, от того, что в интернете прошла информация, что ему жить негде там. Что-то случилось в его семье,
что он остался, заработал, будем говорить, я так понимаю, квартиру, когда жена была, когда дети были, все это нормально и так далее. Потом появились дальше потомства и так далее. Не сложилось у него с ними взаимоотношения, привело к тому, что его оставили без квартиры. Естественно, у человека это вот на почве того, что он тут рассказывал, а допустим, вот, грубо говоря, семьей не занимался, или там не хотел найти контакт, или вообще там его посчитали за чудака какого-то, которому уже пора помереть. И просто-напросто выселили из квартиры, сделали так на законных основаниях. И вот это послужило. Дядька бы еще бы пожил бы. Поэтому он умер не от того, что не буду больше писать книги, а умер совершенно от иного. Так до этого он говорил, что его вернули на землю писать книги. То есть как бы он противоречит сам себе. И так, и сяк. Писать книги может любой человек. А вот писать нечто отдельное, то, что помогает, работает, это уже нужен какой-то, будем говорить, талант.